Накануне Дня Победы соловей к нам залетел, птичка с улицы пожаловала гости. Я давно такую птичку снять на видео хотел. Очевидно, так судьба желание бросит. Его тотчас на балконе дочь поймала у меня. Принесла она к нам в комнату его. «Папа, что это за птичка?» — рассуждала вслух она. Птичка вырвалась из рук вдруг у нее. Бросились ее ловить, не поймать такую прыть, мечется туда-сюда и не поймать. Дочь сачок тут принесла, изловили так и быть. Бог устал его ловить, ядрена мать. «Папа, это не беда, сам хотел же соловья!» Дочь с ухмылкою сказала после мне. «Это, доченька, судьба подарила для меня. Сразу стало хорошо так на душе». Потом форточку открыли, соловья мы отпустили, помахали мы ему руками вслед. Несомненно, рады были, видео запечатлели, скрылся в зарослях его лишь силуэт. Скрылся в зарослях его лишь силуэт.